Обычно финансовая пирамида предлагает доходность в несколько раз превышающую безрисковую ставку и никаких гарантий доходности. Пирамиды работают без лицензии и права на осуществление финансовой деятельности, к тому же не имеют оснований для привлечения денег от физлиц. В сети появляются посты от липовых партнеров пирамиды, вложивших свои деньги и получившие немалый доход. Пирамида возникает из ниоткуда и не подтверждает прежнюю деятельность в официальных источниках. Все новости на нашем сайте.